проект «Новогодние чудеса» на телеканале «Вариант». Среди наших чудес есть и такое – экоэкскурсия на дедушкину ферму. И вот какую заявку мы получили. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В том году, как вы помните, совместно с телеканалом «Вариант» благотворительная группа «Добрые сердца» сделали волшебный подарок для семьи Шестаковых. В этом году мы очень хотели бы сделать сюрприз для семьи Устиновых. Семья Устиновых, она особенная, потому что у нее есть особенный малыш, его зовут Егор. У Егорушки также есть младший братик Андрей. Мы верим, что поездка на экскурсию в дедушкину ферму сделает для них много положительных эмоций, которые потом дадут прогресс в их развитии. Старший сын семьи Устиновых Егор был рожден раньше срока с недостатком веса. Диагноз ДЦП мальчику поставили почти сразу. Сергей и Марина не отчаялись. Они делают все для развития сына и ради него согласились на новогоднее путешествие на дедушкину ферму. Кстати, немного о ней. Жители Владимира уже знают, чтобы порадовать себя и своих близких вкусными, свежими и полезными продуктами с дедушкиной фермы, нужно отправиться на пересечение улиц Верхняя Дубровая и Василисина. Именно сюда приезжает яркий фургончик дедушкиной фермы ежедневно в полдень. Козье молоко и творог, сметана, сыры домашнего производства, коровье молоко, в том числе топленое, а также яйцо и мед – все здесь натуральное и необыкновенно вкусное. За прилавком неизменно Андрей Николаевич Мыльников, руководитель семейной фермы. Он знает о своих продуктах все. Мы работаем на своей дедушкиной ферме с семьей. Все продукты, которые мы делаем, это продукты действительно сделанные от души. Мы хотим нести экологически чистые продукты в народ, чтобы народ долго жил, вкусно питался и был всегда счастлив, радостен, и все у народа получалось хорошо. Когда Андрей Николаевич узнал историю семьи Устиновых, не раздумывая, решил подарить новогоднее чудо именно им. Сергей, Марина, Егор и Андрюша получили приглашение на дедушкину ферму. Расположилась она в селе Болдино Петушинского района. Проехать мимо не получится. Яркая вывеска привлекает внимание и призывает продегустировать натуральные продукты и домашнюю выпечку. Здравствуйте, гости дорогие! Мы очень рады вас приветствовать на дедушкиной ферме. И сейчас мы пойдем с вами на саму ферму. И я вам раздаю сухарики. Держите. Да, это вы будете всех кормить. Переступив порог фермы, попадаешь в удивительный мир. Оторвавшись от городской суеты, погружаешься в размеренную и такую притягательную жизнь на лоне природы. Первое знакомство с главными обитателями фермы – козами. Каждой козы на дедушкиной ферме есть свое имя, и Андрей Мыльников знает каждую, что называется, в лицо. За время прогулки мы не просто познакомились с козами, но и стали разбираться в их породах. Горьковская, Полтавская и элитная Заанинская. Этих белых красавиц на дедушкину ферму закупили недавно. Выведена порода в швейцарских Альпах и славится высокими удоями. А еще тем, что очень нравится посетителям фермы. В козий детский сад, где обитают козлята с мамами, наши герои успели познакомиться с курами и даже нашли свежие яичко. Заглянули к альпийским козлам и встретились со стадом баранов. Все обитатели дедушкиной фермы приветствовали гостей, и никто не отказался от предложенного угощения. А вот коза Красуля ждет своего, самого главного новогоднего чуда. Скоро у нее появятся козлята. Как ты себя чувствуешь, Красуля? По-моему, она говорит, что неплохо, неплохо, все неплохо. Ей нравится, что приехали гости с угощением, да? Заглянули мы и на второй этаж дедушкиной фермы. Здесь у нас теплица. В этой теплице мы выращиваем огурцы, помидоры, зелень, петрушку, лук. В общем, очень много всевозможных продуктов
которые растут на земле, мы выращиваем вот в таких вот ящиках, ведерках. Вот. Это вот завязки от огурцов. Здесь вот огурцы были, вот эти завязки. Вот. И теплица тут летом, то, в общем, очень красиво, все везде зелено. А зимой на втором этаже самый настоящий сеновал и пахнет летом. Егорка, ну как тебе здесь? Угу. Хорошо? Да. Да? Здорово дышится, да? Не правда ли, что мы попали в лето? Угу. Да? Такой классный запах сена. Самое трогательное знакомство Андрей Николаевич оставил на завершении экскурсии. Это семья Алабаев. Тина, Тори и их веселые и ласковые щенки. В большом доме на дедушкиной ферме путешественников ждала дегустация. Домашняя выпечка, козий творог и, конечно, молоко. Ну, на удивление, молоко очень вкусное. Я не думала, что у козьего молока могут быть такие вкусовые ощущения. Оно очень сладкое. И, то есть, если... ну, мне очень понравилось. Полезные свойства козьего молока трудно переоценить. На дедушкиной ферме мы узнали, что оно обладает мощной бактерицидной активностью, благодаря чему не скисает значительно дольше коровьего. Козье молоко способствует росту иммунитета против инфекционных заболеваний. В случаях дефицита кальция оно оказывает существенную помощь, а также способствует нормализации обмена веществ. Но главная ценность подарка от дедушкиной фермы в том, что это путешествие – еще один шаг к главному чуду, которого ждет семья Устиновых. Когда еще уже Егорушка родился недоношенным, нам неврологи пророчили, что у нас ребенок будет как овощ, то есть он не будет ни слышать, ни видеть. И даже были такие моменты, что нам как бы предлагали его, ну, отказаться, отдать его в интернат для инвалидов, где за ним будут смотреть. Но я как мама, ну, я не могла просто этого допустить, и я приложила все условия, чтобы ребенка сейчас поставить на ноги. И недавно, когда нас невролог, который нас наблюдал с рождения, увидала Егора, ну, она просто была в шоке, что ребенок достиг таких результатов, что он ходит, что он видит, что он разговаривает, что он может общаться со сверстниками. Ну, то, что мы сверстников в развитии пытаемся догонять, конечно, задержка есть, но мы делаем все возможное, чтобы он стал обычным ребенком. И у него было обычное детство, как у всех. Дорогие наши гости, Сергей и Марина, хочется вам преподнести маленький подарок от нашей семьи, от нашей дедушкиной фермы. И кушайте на здоровье. Все это экологически чистые продукты. Они очень полезны и вам, и вашим детишкам. В свою очередь хочу сказать спасибо, Андрей Николаевич, за очень увлекательное путешествие по вашей дедушкиной ферме. Очень все понравилось. Ваши животные, собачки очень замечательные. Молочко, творожок, все очень натуральное, все полезное. Прямо все супер. Спасибо большое. Ура! Громко. Эта серия проекта доказала, что истинное чудо может сотворить родительская любовь, а еще трудолюбие и доброе отношение к людям. Ну что же, мы домой. Теперь ваша очередь творить чудеса. Дорогие владимирцы, хочу вас поздравить всех с Новым годом, пожелать вам в 2018 году удачи, здоровья, счастья вашим детям, вашим близким. Самое главное, верьте в чудеса и доброту. Без доброты нет чудес. Остальное все будет у вас. С Новым годом! Дорогие жители Владимирской земли, хочется поздравить вас на нашей дедушкиной ферме с праздником, с Новым годом, годом собаки. Да, пожелать вам счастья, здоровья, всех благ, чтобы вы были богаты,
чтоб все у вас свершилось, чтоб чудеса исполнились, и все, что вы загадали, и все, что вы хотите, все произошло в новом году. С Новым годом! Партнер проекта «Дедушкина ферма». Экологически чистые деревенские продукты, сделанные с любовью.